Всем большой привет! Сегодня будем готовить красивую новогоднюю закуску «Елочка». Делается она легко и быстро, из доступных продуктов. Смотрится на праздничном столе очень интересно и нарядно. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! 250 граммов творога измельчаем погружным блендером. Выдавливаем в него 3 зубчика чеснока. Добавляем щепотку соли, немного майонеза и снова перебиваем все блендером. Я использую домашний майонез. Рецепт приготовления можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. В процессе добавляем еще майонез, только постепенно, небольшими порциями, пока масса не станет достаточно пластичной, но вместе с тем останется густой. Дальше добавляем в творожную смесь горсть мелко нарезанного укропа и хорошо все перемешиваем. Теперь берем кондитерский мешочек с любой широкой фигурной насадкой. Перекладываем в него приготовленную массу. И формируем будущие елочки. Для этого берем несладкое печенье Мария или соленый крекер и выдавливаем на него необходимое количество творожной массы. Должна получиться фигура, похожая на конус. Затем берем небольшие веточки укропа, распределяем их равномерно по всей поверхности закуски, при этом хорошо прижимаем, а дальше украшаем получившуюся елочку любыми яркими продуктами. Подойдут зерна граната, консервированная кукурузка, болгарский перец разных цветов, вареная морковка, да и многое другое. Сверху елочки посыпаем кокосовой стружкой. Вот и все. Красивая новогодняя закуска готова. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.